Привет всем! Будем сегодня варить супчик с сухарями. Для этого нам нужен лук, морковка, картошка, грибы, ну, специи там, карри, соль или черный перец можно тоже. Зелень нужна, лавровочка одна нужна. Ну и все. Сливки тоже в конце можно полстакана. Если нет, то и не надо. Сейчас я буду, вот я нарезала все кубиками. Картошку, морковку и лук. Я буду варить сегодня суп в мультиварке. Мне так удобно. Вот я сейчас туда добавила сливочное с топленым маслом. И морковку и лук отправляю для жарки. Вот, поставлю режим жарки и будем жарить. Грибы я обжарила уже, вот они жареные. Мы их отдельно оставляем. Вот у меня лук и морковь жарятся. Я добавляю теперь картошку туда. И лавровый листик добавила один. Так, вот перемешали. Как картофель пожарится немножко, я добавлю 1,5 литра воды. Так, теперь я добавляю воду 1,5 литра. И под крышкой будем варить до готовности овощей. Сейчас погружены овощи наши сварились. Теперь я погруженным теперь мы кладем туда грибочки. Суп этот, суп-пюре наше. Вот я сейчас все грибы туда высыплю. Теперь я добавлю полстакана сливок. Вот. У меня 20%. Добавлю специи. Карри, черный перчик немножко. Немножко соли добавлю. Буду пробовать. И доведу до кипения. И сразу выключу. Суп довели до кипения. Все, и добавляем. Теперь у меня укроп. Зелень я добавила. Все, выключаем. Вот такой суп получился. Его нужно есть сухарями, желательно. Сделали сухарики тоже. Суп вкусный, рекомендую всем. Попробуйте.